Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Акула. Интересно. Ты откуда? Я из Брайтона-Бича, конечно. А, так. А где ты сейчас живешь? Я живу здесь, в воспитанной трудовой колонии. Понятно, понятно. Как ты сюда попал? Но у меня было очень тяжелое преступление. Я даже издевался над мамой Сталина. Ну, очень тяжелый, да. Какой приговор тебе дали за это? Мне дали 30 лет. Так. Но за ударный труд, досрочная воля будет 20. Ну, как твоя семья реагировала, когда тебя арестовали? Ну, какая семья? Моя семья — это мои сверстники здесь. Mm. Ты куришь? Конечно. Когда начал? С школьной шкамы начал курить. Пьёшь? Да. Много? Если пью, то много. Сколько? 1.5 литра. Вина или пива? Водки. Так. Когда начал? Ну, не смущайтесь, но мама поставила бутылку в мои зубы. Так. Ну, ты сказал мне, что у тебя не было семьи. Ну, какая семья? Лишили меня всей свободы. Справедливость вообще не существовала в нашем доме. И даже излюбленное занятие у моей папы — это было пороть нас. Ты мечтаешь? Хочешь стать адвокатом? Пун, нет будущего у меня. Кажется, что ты в отчаянии. Да, это моя судьба.